Привет, ребята. Обзор алкоголя. Дешевый алкоголь. То, что надписи там Витер Сафари, Фреш, Ликер, Минт и Ментол. Это просто, ну, водка обычная, в которую нахерачили мяты и ментола. Ну, так более-менее на троечку получается. По чуть-чуть получше водки. У меня башка немного болит от этой фигни. Но как замена водки намного лучше, если люди пьют водку. Так что, что с фокусами? Какой-то фокус странный. Как будто не сфокусировался. Вот такой вот фокус. Так. О, а даже на таком даже сфокусировался. Ну, это отлично. Череповецкий ЛВЗ. Улица Ленинградская. Блин, Ленин, сраный Ленин. Говно сраное. Люкс, дешевенький спирт люкс, фруктозный сироп, ароматизатор мята, мяты перечный, ментол. Ну, естественно, это тоже надо разводить каким-нибудь швепсом, джинтоником, может, чем-то еще. Вот. Но это такой дешевенький напиток, когда деньжонок мало. Я его оцениваю как так, так себе, на троечку. Ну, такая фирмовая пробочка, чтобы наливать аккуратненько. Ну, это молодцы, то, что сделали. Ну, горечь перебивается мятой ментолом. Так можно иногда выпить, если деньжонок маловато. А так и иностранные подобные, они там около тысячонки уже стоят. Итальянские всякие. Ну, на этом все. Пока, ребята. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Дуйте Winter Safari.